1 июня известный во всем мире омский боец смешанного стиля Александр Шлеменко провел принципиальный для себя поединок с Брэндоном Хелси. Яркая победа Шторма, одержанная всего за 25 секунд, запомнилась всем поклонникам ММА. Спустя несколько дней после своего триумфа он приветствовал своих еще совсем юных последователей на открытом областном турнире в Омском центре единоборств. Вчера я видел, как плакали, которые проигрывали. Я хочу сказать, ребята, без поражений у вас не бывает победы. Сильно не переживайте. Самое главное, чтобы у вас не опускались руки. И чтобы вы не останавливались на том, вернее, на тех целях, которые вы ищете достигли. А соревнования, и вот все пожелать, я хотел здесь ребятам молодым, чтобы они ни в коем случае друг друга не ненавидели. У нас здоровое соперничество. Только в этом здоровом соперничестве мы сможем выделить из нас самых сильных, дать им дорогу, и они будут дальше прославлять наш регион. Значимость его заслуг и как спортсмена, и как тренера пришли отметить губернатор Омской области Виктор Назаров, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко и многие другие почетные гости. Ну, это был триумф, конечно, Омской области, триумф спорта, триумф русских. Это было неописуемо просто. Поэтому я хочу, Саша, тебе огромное спасибо, что ты с нами, что ты в Омской области, что ты тренируешь наших ребятишек, что ты делаешь для них настоящих мужчин. Также на турнире присутствовала певица и актриса Наталья Бочкарева, которую поединок Александра Шлеменко вдохновил на написание песни. После торжественной церемонии на ринг вышли участники турнира имени Александра Шлеменко в возрасте от 9 до 13 лет. За награды боролись 150 участников. Даже несмотря на свой юный возраст, бойцы доказали, что следуют спортивным заповедям. Друзья за пределами ринга, а в ринге соперники, сражающиеся в полную силу и демонстрирующие все свои навыки. Шуканов Максим, вот что. На ринге нет друзей. Нет чувств, просто драться и все, побеждать. Было приятно победить. Я долго тренировался. Было неприятно бить своего друга, но я держал победу и победил сильнейший. После двух дней бескомпромиссных поединков в общекомандном зачете пьедестал заняли амичи. Безоговорочными лидерами стали ребята из авторской школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. Ведь их тренеры – это их кумиры, и они просто не могли их подвести. Кумиры, да. Хабиб Нурмагомедов, Александр Шлеменко, Андрей Корешков, Александр Чернавский. Я бы хотел пойти по их словам, быть таким же, как они. Командное серебро турнира завоевали бойцы из клуба «Аскин», а на третью ступень пьедестала поднялись воспитанники спортивного клуба «Десантник».